Доброго времени суток. Это видео снимается специально для сайта mashmaster.ru и канала «Как стирать». И сегодня мы поговорим о стиральном порошке Дося. Это будет мой опыт. Я пользуюсь им уже года 2-3. Что же в нем такого хорошего или нехорошего? Почему я его выбрал? Ну, во-первых, это, конечно, цена. Цена его довольно низкая, я обычно прихожу в магазин, беру сразу несколько пачечек и особо не напрягаюсь по цене. Во-вторых, качество стирки меня вполне устраивает, то есть обычные какие-то пятна он без проблем отстирывает, даже на вполне таких режимах с горячей воды. В общем, при режиме 30 градусов, 40 градусов, повседневная стирка вещей с легкими загрязнениями вполне себе хорошо проходит. Порошок отлично выполаскивается, меня в нем все устраивает. Давайте посмотрим состав, рекомендации по использованию. Вот здесь написано, что он отлично справляется с различными пятнами, придает белью неповторимую свежесть. Качественно удаляет даже самые сложные пятна, стирает бережно, эффективно, не повреждая волокна ткани, придает свежесть. Также здесь показана картинка, как им стирать. Я не сказал, что я пользуюсь сразу двумя порошками. Обычно это Dося Active Max Color, то есть, видимо, для цветного белья. И Dося Active Max Альпийская свежесть, он больше подходит для белого. Не рекомендовано им стирать изделия из шерсти и шелка. Это важно. Обращайте внимание на рекомендации производителя. Так, состав этого порошка. Dося Альпийская свежесть. Менее 5% кислородосодержащий отбеливатель, цеолит. Поликарбоксилаты, анионные и неогенные ПАВ, энзимы, оптический отбеливатель, антиспениватель, ароматизатор. Набор определенных сложных слов, о которых я мало что знаю. Но в целом этот порошок хорошо отстирывает. У меня лично не вызывает никаких аллергий. Если у вас ребенок маленький, то лучше, конечно, выбрать специальное средство, предназначенное для детей и не содержащее всяких непонятных вам вещей. Ну или почитать об этих вещах в интернете. Так, сейчас сравню состав Dося Color для цветного белья. Так, здесь нет кислорода. Здесь менее 5% цеолит, поликарбоксилаты, анионные и неогенные ПАВ, энзимы, антиспениватель, ароматизатор. В принципе, для использования для взрослого человека вполне себе рекомендую. Порошок хороший, меня во всем устраивает.